И всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Что же делать, когда у вас высвечивается вот такая вот ошибочка? Вы захотели скачать циферблат с Google Play, нажимаете на ссылочку, а вам всплывает вот такая вот штукенция. Не поддерживается на вашем устройстве, хотя вы знаете 100%, что у вас это поддерживается. Ну, как у меня, допустим, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4. И у меня всплывает вот на них вот такая вот штучка на моем собственном циферблате, ё-моё. Для этого, дорогие друзья, мы что с вами делаем? Мы с вами делаем следующее действие. Копируем ссылочку на этот циферблатик. Вот скопировали ее просто. Все. Вот сейчас у меня, кстати, видите, нормальненько все пошло. Открываем мы с вами Google Play или какой-то другой, если у вас там есть, так скажем, браузер. И переходим по нему. То же самое можно сделать просто с компьютера. Ждем, когда перейдет он. Для этого, кстати, нужно включить VPN. В моем случае, может, у вас и так получится. Все. Ждем, когда он у нас пройдет именно в Play Market, именно на страницу этого циферблата. Теперь, вот теперь, мы с вами можем этот циферблатик и приобрести. Стоит-то всего 314 лир. Здесь выбираем, какое устройство, нажимаем установить, ну и все, отдал дальше дело техники. Ну, естественно, оплата с России невозможна, хотя и это возможно. В описании видео есть ссылочка, пройдите, посмотрите, как в Play Market покупать. Пока.